Сегодня из-за сильной метели вновь перекрыта трасса Оренбург-Орск. В обоих направлениях скопились сотни машин. При этом водители, не думая о возможной опасности, требуют открыть дорогу, объясняя это тем, что им в понедельник на работу. Напомню, на этом шоссе во время бурана в конце прошлой недели на сутки застряли десятки машин. Многие люди получили обморожение, один человек погиб. Во власти непогода и центральная Россия. В Курске за сутки выпала почти месячная норма снега. Вместе с коммунальщиками на расчистке и военные. Похожая ситуация в Белгороде. На дорогах занос, на проводах мокрый снег. Мороз, гололед, и в Москве к вечеру еще усилился снегопад. Вся уборочная техника на улицах. Со вчерашнего дня действует предпоследний оранжевый уровень опасности.